Мария Порошина – довольно интересная личность, хорошая мать и популярная актриса, ставшая широко известной благодаря ролям в сериалах «Бригада», «Всегда говори всегда», «Челночницы», блокбастерам «Ночной дозор» и «Дневной». Но сегодня более детально хотелось поговорить про ее личную жизнь. На вступительных экзаменах в школу студентов Мария познакомилась с ее коллегой по цеху Гошей Куценко, который был чуть старше ее, учился на третьем курсе. Он уже тогда был отъявленным сердцеедом, но увидев девушку, забыл про остальных и начал усердно за ней ухаживать. Как только молодые люди начали жить вместе, в 1996 году у них родилась дочь по имени Полина. И вот буквально после рождения девочки они хотели пожениться, но Гоша внезапно завел отношения в стороне, о которых стало известно Марии. И она не смогла простить любимому измену. После этих отношений все-таки официальным мужем Порожной стал актер Илья Древнов, с которым актриса познакомилась в ложе театра «Ленком». Их места оказались рядом, причем Марии не очень удачно, а Илья как галантный кавалер уступил ей свое кресло. Поначалу люди присматривались друг к другу, при этом никто из них не рассчитывал на особые отношения. Тем более после знакомства с Гошей Маша вообще разочаровалась в мужчинах, но Илье все же удалось вернуть ей веру в любовь. И в 2005 году у них родилась дочь Серафима, а спустя 5 лет малышка Аграфена. А уже в декабре 2010 года Мария и Илья официально узаконили свои отношения, а уже через 6 лет стали счастливыми родителями в третий раз, подарив старшим дочерям сестренку Глафиру. Летом 2018 года, после 17 лет совместной жизни, пара неожиданно объявила о разводе. А уже в январе 2019 года Порошина родила сына Андрея, который, как выяснилось, не имеет к Древнову никакого отношения. Актриса утверждала, что забеременела уже после того, как рассталась с Ильей, и категорически отказывалась озвучивать имя отца своего пятого ребенка. Поклонники тут же решили, что отец малыша Ярослав Бойко, которого связывает с Марией достаточно близкие отношения. Но актриса категорически отмела эти предположения, официально заявив, что Бойко ее верный друг и партнер по сцене. И ничего более.